Здорово, здраво, дорогие друзья, с вами Кино Трава, ну, Питкин Жо. После Дум 4 я решил немножечко погонять, так сказать. И прямо сейчас мы просто прямиком летаем эту фигню. Да, не понял. Attention all Все, units, не we're now могли, at Mach 2. Прямо летаем. Громко спалиться. Я понимал, что я сильно разбил машину, я прошу простите, так вышло. Так, я как понял, 60 FPS не падает, это уже хорошо. Интересно, что было бы, если бы я записывал это в 120 FPS, а хрена просто. Пожарная машина просто она страдает, кештарится. Пипец, они там подшлифовывают нахер. Не скажу, конечно, что охренело почту, потихоньку. Это Рунига. Летали просто в стенку. Аж охреват. Прикиньте, так в реальной жизни просто. Бенди так надо так. На такой скорости он опять, и вот что он сможет сделать. Посрандом, стоп. Жестко. Честно, я не могу никак не свалить отсюда. Жестко. Подожди, ты мне приходишь, идиот. О, отлично. Я тебя понял. Забавность. Прожим так. Я не могу. Вот это... Там один просто заехал, брашный чёрт. Вот это я сейчас реально трюк сделаю, что ли. Вот это тайм-код нахер, просто. Охренеть. Просто жесть. Чего? Чувак, вот здесь летел мираж. Случайности. Сейчас я хрена просто как это было. Обратно летел, приехал сюда. На все скорости. Как он успел так урулиться с такой скоростью сюда? Это уже провал, это провал. Мы сейчас передвинемся по простите в Гавану. Ну там прям реально жесть. Ах, капец. Я даже никуда повернуть не могу. Да, хорошо. Это просто охренеть. Реально, что за черт? Хорошо.
Piavana, как я люблю. Поехали. Офигенно, я же так не могу. Что я вас поздравляю. Левая, капец, блин. Перед ним нравится просто. Я бы охерел, если бы они уже за мной били. Внутри трубы там не так жестко пенел, что значит. Что? Когда я говорил, что вот эти вот черные машины, что если мы пойдем по полиции, если да, за мной. Сейчас, давай, улыбаемся. Мы вместе со мной прыгнем, как надо, встречу. Да, с тем. Чтобы сходить что-то. И тогда физикатно. Кстати, еще спешно попробуем сделать, повернуть направо. Спалить отсюда таким образом. Чтобы они меня даже просто не догнали. Смотрим за карту. Когда несется там с такой нереальной скоростью. Чего машина, которая там находится, какого хера ты там делаешь? Ну, газ далее не работает, я не могу с места тронуться, что за херня? Я просто на месте стою, у меня газ даже не работает. Спасибо большое. Догнали, так догнали, на хрен с вами. Ну, все, там же продал. Это уже реально продал. Уже ничего не могу сделать. Просто сейчас просидеть и пытаться доехать до того места, чтобы стараться свалить отсюда. Его резко развернуло из-за того, чтобы не смог ничего сделать. Ну давайте, да, на этом и ничего. Блин, уже рядом. Хорошо. Давайте постараться. Там твоя мать, ну почему не видит? Меня нужно туда. Тебе надо. Так, я надеюсь, что я свалил. Нихера тут там шесть. Он с такой же дикой скоростью развернулся, что я. Хватит, хватит, примите немножко. Да почему они не пропускают меня туда? Я пытался. А прям проход был очень близок. Я думал, все, куда я сейчас проеду. Я не пошел. Эй, хорошо, едем. Меня пока что держит. Смотри, у нас двое. Опа. Очень страшно с такой тяжестью. Шли. Что дальше? Да уж.
возможно, из-за что прям пипец какой трейл. Слишком тормозда, конечно. Просто чуть дальше. Я начну его вести, правильно, это очень жестко. Кстати, этот видос сейчас я так FPS слышу. Сегодня все пытаются догнать. Кстати, бежим все подряд. Просто жесть. Я думаю, на этом пока что хватит. Дикой войны. Ну что, погнали мы сюда. Драйвер 2. Что не стоит не забывать, потому что скоро будут какие-то видосы на время, там что-то опять же челленджи какие-то. Да хрень. Что-то слышу через наушники. Что надо писать? Запросы, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы впервые спать, нажимаю потом кончик, чтобы он меня пропустил, если вы уже сели, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи, всем. Пока-пока, друзья.